Всем привет, с вами Неломоб, и мы сегодня продолжаем зарабатывать чеканные монеты. Ведьмаку заплати чеканной монетой. Мы играем в игру Ведьмак, продолжаем ее проходить, и сейчас наша цель следующая. Вот у нас есть задание, мы должны дойти к Одо и Микуле. Значит, мы эту... место на карте уже узнаем. Вот оно здесь. Я уже почти... Вот мы раньше здесь были. Вот здесь. Вот мы добрались почти уже к месту назначения. Надеюсь, что по этой тропинке пройдя, мы сейчас найдем то, что нам и нужно. Куда ноги болят. Но нас это не особо волнует. Нам нужно двигаться к Одо. Дорога к пещере. Ух ты. А может быть и нет. Может быть я не туда пошел. А, это дорога к пещере. То есть мы должны были вот так обойти. А тут наверняка я не пройду. Тут будет забор. Так. О, собака Одо. Что-то разгавкалась. Так, что-то подозрительно. Она гавкает, да? Убегает. Меня боится. Запертая дверь. Куда собака убежала? Собака. В будку, что ли? Собачья будка. Я не могу ничего с ней сделать. Возможно, мне в будущем я смогу как-то починить. Пока что просто я на нее клацаю, ничего не происходит. Ладно, идем в дом к Одо. Что за Одо? Сейчас мы с вами посмотрим. Хижина Одо. Так. Бочка. Давайте вначале посмотрим. Кровь и выбоины на этих доспехах говорят о том, что когда-то они принадлежали воину. А этот толстяк похож скорее на пьяницу. Толстяк похож на пьяницу. Подожди, давай класснем на них. Судя по качеству царапин и вмятин, доспехи принадлежали воину. Я это уже услышал. Бочка. Заберем предмет. Нету снаряжения свободного места. Я набрал сколько этих камней? Уже 10 камней набрал. Так, сундук. Арбуз. А тут арбуз... Тоже нету места. Сумка. Я не могу больше с тобой нести. У меня больше нету места. Все забил. Так, свитки содержатся описание ведьмачьих микстур. А как мне эти... Мне нужно какое-то место теперь хранилище себе найти, что ли? Оду. Ну ладно, беседуем с ним. Ух ты. Кто здесь? Я ведьмак. Он... Зачем ты вошел в мой дом с оружием? У меня нечего красть. Успокойся. Я не причиню тебе вреда. Мне просто нужно задать тебе несколько вопросов. Я ничего не знаю. Я не разговариваю с незнакомцами. Мое имя Геральт. Теперь мы знакомы. Тогда выпей со мной, мастер Гервант. Я ненавижу шпионов. А ведь мы все знаем, что шпионы не пьют. Давай тогда выпьем. О! Сейчас бахнули. Рецепт пурга. Новая запись в дневнике. Бахнули хлеганца. У него какая-то рыба на столе. Самое важное забыл. Ты с преподобным встречался? Встречался. Конечно. Конечно. Он велел нам допрашивать чужаков. Я могу кольцо показать тебе, смотри. Пока. А чё колбасу уберите? Не вижу ничего. О. Кольцо вечного огня должно быть от преподобного. Преподобный послал меня помочь тебе. Преподобный всегда думает обо мне. Я слышал разные слухи и знаю, что тебе нужно. У меня тут небольшая проблема в саду. Опа. Я не садовник. Дай же мне закончить, мастер Гервант. Гервант. Некоторое время назад у меня в саду выросли странные растения. Может, у него глюки? Они живые. Я на них внимания не обратил, пока маленькие были, польза от них была. Жрали кротов и жуков. И в чем же проблема? Не вымахали. Они теперь здоровые в человеческий рост. И ветки такие большие. К счастью, они днем в землю зарываются. Но все равно я боюсь к ним близко подходить. Придется ночью помочь. Это будет стоить 120 оринов. Я попробую тебе помочь, но это будет стоить 120 оринов. Мастер Гервант, давай выпьем за погибель 50? Сорняков. Я дам 50 оринов. Чё так мало? Еще бахнули. Еще рецепт пурга. У меня уже есть. Чё-то нам вообще уже больше не разговаривает. 120 и не оринам меньше. За погибель. Да.
Два сорняка за 70 аренов. Просто грабеж. Я сказал 120. Ну, мне же надо на что-то жить, на что-то пить. Да, за здоровье, кстати. Мое последнее слово — 80. Торгуется еще. Еще выпили. Так. И сколько теперь будет? На 120 договоримся все же. Крепкая штука. Может, 100? Договорились. И на дорожку. На дорожку? Еще! Че? Окрестности, загрузка, сохранение игры. Но мы могли там еще о чем-то с ним поговорить. Все, я бухущий. О, растение. А, прикольно. Я бухущий стелькую. Я не могу к ним приблизиться, по-моему. А могу ли их ударить? Не попадаю по ним, это еще и магией. У меня коцает. Я доберусь хотя бы до этого растения. Какой атакой его бить? Давай, атакуй! Атакуй! Давай! Слишком рано. Можно силовой атакой? Уклонение. Не получается? Не все урон. Не, получается, есть. Урон наносит какой-то. Арон! Уклонение слишком рано. Ладно. Ага, можете на шустровочку. О! На ловкость хорошо атака проходит. Где его хп? А, внизу вижу. Могу оглушить. Последний удар. Нет, у него еще хп много. Я могу что-то употребить. Я могу сказать, вот так, дело сделать вот так, пиво, мне бы что-то, чтобы мне здоровье пополнило. О, съел яблоко, поехали. Валим растение! Непонятное здоровенное, последний удар. У него очень много хп, очень много в этом. Могу бахнуть. Оглушил. А если я переключусь на этот режим? По единичке наносит урон, по этому режиму. По двойке наношу урон. Оно очень живучее. Наконец-то завалил. Там есть еще одно. Так, мы можем подкрепиться. У нас есть что кушать. Еда. Так, подкрепился. Ну что, атакуем? А может топором попробуем? Подожди, подожди, не так. Пауза. Попробуем давайте топором. Оно наносит 15 урона. Попробуем топором. Паузу, отжимаю. Топор. А ну-ка. Просто топором тупо ее вырезать. По 3 урона наношу. О! Так будет по 4 урона. Получше. Бам. Бам. Топором хорошо рубит. Надо вырезать сорняки топором. Ай. А если сейчас что-то поем? Винограда схавай. Давай, 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 бьем. Что, половина хп у него. А я могу бахнуть. А может это, чтобы на середине оно было, этот значок, на середине? Так, у него половина хп еще. Слишком рано. Давай, руби, уклонение. О, ух ты! Ничего себе, я рубанул, походу крит прошел. Вернуться к Одо, чтобы получить вознаграждение. А надо лут собрать с этих чудовищ. Лут хочу собрать. Спрячь оружие, спрячь. У них по-любому что-то есть в середине. Я пока пьяный и не могу ничего с них собрать. У них ничего нету. Запертая дверь. Пьянющий в стельку набухал меня Одо. Смотри, как у него все расплывается. О, как он еще этих существ победил. Я себе даже не представляю. Еле-еле, смотри, как он шатается. Как он еще посмог этих вот чудовищ перебить в двери? Классно. Синька зло. 100 оренов заработали зато. Так. Ой, ой, тихо. Где он? А он уже себе дрыхнет. А он пнет такие вот штукенцы. Подъем, алкаш. Подъем. Говори, что у тебя на уме. Он уже забыл, что ли? Я истребил чудовищ в саду. Плати. Я истребил чудовищ в саду. Плати. Что случилось, мастер Гервант? Пришел за своими 80 оренами? Вот они.
Мы сговорились на 100. Не помню такого. Мы, конечно, немножко выпили, но моя память меня редко подводит. Так, послушай-ка. Хорошо, хорошо. Вот твои деньги, псих ненормальный. Я тебе говорил не лезть убивать чудовищ ночью в пьяном виде. Но нет, он настаивает. Ты меня пугаешь, мастер Гервант. Эх, вот всегда так с людьми. Я рискую шеей за них, а они хотят меня обжулить. А, ладно уж. Но не забудь рассказать преподобному, как я тебе помог. Ох, Синюнь, эта синь когда-то пройдет, задание выполнено. Получено 100 оринов. Я мог с ним еще о чем-то побеседовать, там были еще какие-то диалоги. Может, какое-то новое задание еще можно получить? Ты что, воин? Ты что, воин? О. Нет. С чего ты взял? Я заметил вон те доспехи. Это брат моего. Он сражался в битве под Бренной и в других местах тоже. Не люблю я солдат. Ну, кроме брата моего, конечно. Успокойся, я не солдат. Говори, что у тебя на уме. Сейчас скажу. Чудовище в округе чудовище есть? Чудовище в округе есть? Может, пещера? В деревне часто такой вой поднимается, что у меня молоко сворачивается. Деревня. Еще что-нибудь необычное? Вой. Туман около трактира был один раз такой густой, что я заблудился. Ты все деньги, добрел до домика ведьмы, а там был здоровый зверь. Смотрел к ней в окно. Что еще можешь рассказать? Да кто бы осмелился смотреть, господин? Я не ведьмак. Я развернулся и припустил оттуда так быстро, что чуть ноги позади не оставил. Но он был здоровый, как лошадь. И от него дым шел, и искры, как от очага. Пока. Еще хотел побеседовать с тобой. В режим медитации для распределения талантов. Новый уровень. У меня уже два новых уровня, когда я мог распределять таланты, но я и пока не уверен, может, ты играешь... О, про кости. Может, ты играешь в кости? А ну-ка, ну-ка. Языческие обычаи, даже слышать об этом не хочу. Это как преподобный говорит. Искоренить, искоренить. Так ты знаешь, что это такое? Гервант, отвали. Гервант. Вот краснолюдам и неси их. А я тебе больше ничего не скажу. До встречи. Так, кажется, мы побеседовали с ним на все. Я должен идти к Микуле. Так, ну мы сильно синие. Мне надо как-то отдохнуть до утра, наверное. Так, карта. Потому что ночью всякие, во-первых, всякие чудовища водятся. Так, идти к Микуле. Показать на карте. Где Микула? Он здесь? Микула? Так далеко до него добираться? Мне придется с ним к нему бежать. Но мне нужно по-любому туда медитацией заняться до утра, потому что ночью туда говори, бежать небезопасно. Говори, что у тебя на уме. Так, ночлег. Вот, на ковре тут я и отдохну, наверное. И распределить можно таланты. Можно распределить таланты. Интеллект. Это у нас мощность знаков. Ведьмак при... припоминает сведения о могучих монстрах, обязательно встреченных в игре. Изготавливать масла. Мощность знаков. 100%. Могу это я изучить? Не. Так, сила. Может быть, мне стоит немного себя прокачать? Повреждение, уклонение, отражение удара. Хмель. Пускай будет. Отражение удара. Силу себе качну, смотри. Но мне непонятно. Зарядку во время кулачного боя. Разблокирует зарядку. Драка. Здоровье 1 в секунду восстанавливает. Мне как-то все таланты неохота растрачивать. Может, где-то мне понадобится что-то специальное качнуть для задания, для квеста. Ладно, заходим пока что так. Итак, мы знаем, где находится Микула. Теперь нам нужно до утра, до рассвета. Медитируем. Так, ну что ж, мы отдохнули. Шкафчик, буфет, бочка. Что-то можем еще тут, можно теперь уже забрать, когда у нас немного освободилось место, когда после драки. Буфет. Ух ты, кольцо. Ценный предмет, который можно подарить, мы продать. Берем все. Вот этот браслет можно будет реально хорошо кому-то. Все, хлеба, на хлеба у меня уже места нету.
Так, выхожу. Я хотел еще раз подойти к будке. Вдруг у меня как-то все-таки получится ее починить. И глянем еще раз на растение. О, собака. Даже... Опа. Она что-то знает. Почему она гавкает там? Именно в той... В том уровне. Что с собакой? Почему ты гавкаешь? Клянусь, этот пес что-то ищет. Вот я об этом подумал. Еще и рычит на меня. Берегись иголок эхинопса, щеночек. Ого, щеночек. Как он рычит на меня. И что ты сторожишь? Ну ладно, ты мне тоже не нравишься. Я не знаю, что он сторожит. Что там? Капуста, капуста. Ты, может, знаешь что? Нет, у него никаких нет диалогов. Собака. Клянусь, этот пес что? Берегись иголок эхинопса, щенок. И что ты сторожишь? Не знаю, что-то он охраняет, ребята. Тут, ну, тут не на что класснуть. Совершенно не на что. Я могу запертая дверь в его будке подойти еще раз. Проверить. Собачья будка. Никак нельзя на нее... Может, какую-то игольчатый... Какую-то я смогу потом лопату раздобыть и смогу тут что-то покопать? Что-то он тут охраняет, да? Хорошо. Пускай себя охраняет. Я пока не понимаю, что именно он охраняет. Но давайте я этот момент, пока буду бежать, не буду вам показывать. А добегу до этого моста. И с этого момента мы уже с вами продолжим. Я решил по дороге, когда я бежал, зайти в дом Абигальд. Ведьмы, которая должна была сделать для меня зелье. А вдруг она уже его сотворила? Надо с ней побеседовать. А ну-ка, поговорим. Чего ты хочешь? Как это чего? Зелье уже готово. Зелье уже готово. О. Да, Альвин, выпей это. И не ныть. Так. Оно горькое. Я сказала не ныть. А теперь говорим. Абигайл, мне страшно. Зачем они содрали шкуру со щенка? Он был такой ласковый. Он никого не трогал. А девчонка на окраине города кричала так ужасно. Нечеловечески. Плохие дети. Снова мучаете щенка ведьмы? Останетесь сегодня без ужина. Кровь невинных, кровь братьев. Мужчины смеются, женщины кричат. Злые лица, искаженные алкоголем и похотью. Натяни ее как следует. Покажи ей, что ты настоящий мужик. Золото, золото и кровь. Рождается зверь. Смерть. Страшный суд. Кто заслужил жизнь? Кто умрет? Однажды зверь уже умер. Он не боится смерти. Он и есть сама смерть. Не, жутковато. Как ты собираешься победить людскую низость, охотник за чудовищами? Мечом? Ты, кто однажды погиб, но все еще бродит в мире живых. Скажи мне, кто виноват? Кто меня вызвал? Достаточно. Это может плохо кончиться. Абигайл, разбуди его. Как скажешь. Силой семи сфер покинь его тело. Взываю к тебе. Изыди. Я хочу спать, Абигайл. Устал, пацан. Геральт? До тебя сюда приходил другой ведьмак. Опа. Беренгар. Опа. Он оставил эти записи. Возможно, они помогут тебе. Беренгар. Спасибо, до встречи. Кого мы искали? Что за записи? Записи о Беренгаре. О звере. Места в снаряжении. Там что-то, я не успел прочитать. Еще какие-то диалоги были важны? Чего ты... А, нет. Только что-то продать. Могу у него купить, либо ей же продать. Какую-то смазка, жир. Головы. Наверное, эти стоит штуки ей предложить. На. Собак, волосы. Ой, волосы. Голову собак. По 5 серебряников. Пускай продам. Немного места освобожу. У меня этих голов, на самом деле, вон, 20 или сколько штук уже накопилось. Их сейчас все продам. Надеюсь, мне для какого-то зелья они не понадобятся. Наверное, потом, если что, смогу их обратно купить. Так, выхожу отсюда. И что мне хотелось? Зайти все-таки в эту информацию... Как-то ингредиенты, рецепты. Игра в кости, хвост. Секрет Беренгара. Может мне помочь найти Салама. Вот это вот чувак, ведьмак, да? Ведьмачьи секреты. Понятно. А как же, где же найти персонажи?
Ордо, Абигайл, Берингар, Весемир. А где найти глоссарий? Ведьмаки, гномы, волшебники. Я тут много чего еще на самом деле не прочел. Места, персонажи, задания, рецепты, ингредиенты, глоссарий. Я не понимаю, куда мне эту информацию добавили. Ладно, пока не буду тратить на это время. Хорошо, давайте с вами сейчас снова двинемся в путь и отправимся к Микуле. Вот я и добрался до этого моста. Показываю вам карту. Вот тут наш Микула. Купеческий мост. Купеческий мост. И вот он. Тут где-то должен быть Микула. А меня туда пустят к этим стражникам? Туда внутрь, наверное, мне нужно зайти? Или как? А, это вот... Микула есть, это стражник. А ну-ка, сейчас побеседуем. Чали по бокам. Микула впускает членов ордена из тех, у кого есть грамоты. А ты что скажешь? Проход воспрещен. Если у тебя есть грамота, найди Микулу. Давай побеседуем. Стой! Что? Что значит что? Я хочу войти в город. Вот именно. Нет, тут это... как его... Карантин. Карантин. И долго он продлится, ваш карантин? Карантин. Это командир должен знать. Не мое дело. А командир внутри? Этот карантин всех касается? Знать не знаю. Кто-нибудь внутрь проходит? У кого пропуск есть, те и проходят. Понятно. Давай-ка побеседуем. Преподобный знает, что ты здесь? О, конечно. Конечно. Кольцо. Я тебе не верю. Он передал тебе что-нибудь? Кольцо есть у меня, вот. Чтобы все верили мне, что я от преподобного. Преподобный сказал поклоняться знаку огня. Значит, тебя преподобный прислал. Наконец-то дошло. Преподобный сказал, что я могу тебе помочь. Видишь ли, господин, мне приказали избавиться от этих мертвяков. Мертвяков? Каких еще? Угу. Командир меня направил в склеп, который тут дальше по улице. А я никого не убивал раньше. И страшно очень. Да ты же стражник. Ты говоришь. Ты же военный. Пожалуйста, господин. Я ведьмак, избавлю тебя от этих тварей, но ты мне заплатишь 200 уринов и скажешь преподобному, что я тебе помог. Я ведьмак. Я избавлю тебя от этих тварей, но ты мне заплатишь 200 уринов и скажешь преподобному, что я тебе помог. Конечно, господин. Я все расскажу, что знаю, только это немного будет, и золота у меня тоже маловато. Но это все не важно, если только мертвяков не станет. Будь здоров. Все, получили задание, потом будем с ним беседовать, да? Ты должен убить гулей в склепе. А где эти склепы? Где костер? А где склеп? Где гулей в склепе? Гули, показать карту. О, да вот сюда мне нужно бежать. Ну побежали, времени у нас не очень много. С мертвяками. Дорога к склепу. О! А это будет как будто телепорт в другую локацию. Ой, я не удержался, собрал одну траву. Вот он, вот там какой-то такой-то, какая-то аура, костер. Что это такое? Что-то синее. Неизвестное. О, если медальон настроен на обнаружение монстров, он покажет вам, есть ли они поблизости. Если он настроен на обнаружение магии, это будет вибрировать рядом с местами силы, облегчая процесс поиска. Чтобы изменить режим, нужно выбрать медитацию и открыть снаряжение. Место силы. Что будете делать? А что я могу? Провести ритуал магии. А ну давай проведу. Что произойдет? Провести ритуал магии. И чего? Я не уверен. Неизвестное растение. Неизвестное растение. Целая куча. Я какой-то ритуал магии произвел. Костер, где можно переночевать, в принципе. А вот вход в склеп. Ну поехали! В склепе мы еще не были ни разу. Типа такой данж подземельный, подвал. Опа! Должно быть, гулей привлек труп женщины. А смерть ее, скорее всего, наступила из-за содержимого этого флакона. Не понял. Ну у них тут... У всех женщин такие сиськи здоровенные. Если окажетесь в темном месте, пещере, склепе, тогда выпейте эликсир кошка. Или используйте факел, чтобы лучше видеть. А у меня такого эликсира, по-моему, и нету. Эликсир кошка. Напиток, бутылка. Черный. Молоко, книги. Ключ от склепа, ключ Микулы. Набор
игральных костей для задания. Запись... А, я его не читал, про зверя. Подожди, подожди. Пес, призрак, монстры. А у меня нету факела... Факела у меня нету. Водка у меня есть. Серебряное кольцо с рубином. Как же мне сделать этот алхимический... Показать все ингредиенты. Но мне нужно обратно вернуться, да? Стеклянный флакон. Должно быть, Вулей привлек... Здесь стеклянный флакон. О, стеклянный флакон. Я его подобрал. Гуль. Я вижу одного гуля. Он меня заметил. Ну, выходи поближе сюда. Давай. Попробуем с тобой сейчас посражаться. А если вот так? Сколько урона он получил? Отлично, по-моему. 3. Он мне не очень сильно дамажит, этот гуль. А если меч... Если я хочу меч, к примеру, выбрать? Давай мечом пробуем. На ловкости. А если на силу переключу? А если так бахну? Не попал? Ой, не попал по ним. Надо было удачней. А сколько у него хп? Еще половина осталось. Как-то слишком слабо его... О, по 8 урон наносит. О, нормально. Мне нужно его как-то подловить, когда он упадет. Сейчас... О, есть. Оглушил. Давай, бей. Опа! Есть, ему мозги про это самое. Мне нужно как-то эликсир кошки сделать. А он новый появится, если я вернусь сейчас отсюда. Ингредиент белый. Взять предмет. Как, я могу скрафтить сейчас, если я, допустим, вернусь туда к костру? Костер там был явно. Да? Костер. Крафт нас интересует. Именно зелье. Зель варенье. Зелье. Эликсир кошки. Кошка. Позволить видеть в полной темноте. Недостаточно ингредиентов. И что мне не хватает? Недостаточно ингредиентов. Белая чайка. Легкий ведьмачий галлюциноген. Значительно повышает регенерацию здоровья. Рефлексы и скорость реакции. Увеличивает вероятность отразить удар и уклониться от него. Значительно повышает регенерацию энергии. На кошкин эликсир мне не хватает. Не хватает. Ребис. Квебрит какой-то. Квебрит. Два квебрита. Что такое квебрит? Откуда мне его купить? Где мне его взять, этот квебрит? Квебрит, почему я не знаю, где тебя брать? Ладно. Имитировать неизвестное растение. Костер. И что, мне опять туда в глушь залазить? Квебрит. Что такое квебрит? Я в темноте тут ничего не вижу. Бегу в темноту. Опа, еще какая-то сила. Вот. Что будете делать? Ничего. О, что-то вижу яркое. Зал. О, ничего не вижу. Вижу только гуля. Тут несколько. О, немножко осветящий. Я из темноте дерусь. Мне нужно квебрит это где-то найти. Эликсир кошки мне нужен. Сейчас меня завалят. Куда я убегаю? Я не знаю, куда я убегаю. Вот, к магическому кругу. Не могу его использовать. А, вот. Одного, по-моему, оглушил. А, я вижу выход. Я в темноте драться не хочу. Идите сюда. На свет яркий. Я заду себе ману сейчас восстановлю. Вибриты у вас будет или не будет, ребят? Ой, какой-то гроб нашел. Опа! Аж заглючила игра. Вибрит дайте. Так, ловкость хватит, ловкость убить. Теперь надо силой его. Урон по 8 пошел. О, сверху хана ему. Давай уже, давай уже, давай. Мана нужна. Энергия. О. Давай, последний. Короночка. Оп. Все. Был. И нет чувака. Останки. Квибрид дайте мне. Магический ингредиент. Куб форс какой-то.
Где мне этот квибрид теперь достать? Решил я, значит, вернуться к ведьме. А зачем? Чтобы у нее попробовать купить чего этот квибрид, которого мне так не хватает для того, чтобы видеть в темноте. Заходим сюда. Я тут нашел уже Сера. Она как раз имеет в себе квибрид. Попробую купить 2 единицы. Одна стоит 60 ори, но 120 потрачу. Беру. Купил, к примеру. Теперь я беседую с ней. И мне нужно теперь, значит, заняться алхимией. Так, чтобы заняться алхимией и попробовать создать вот этот вот... О, кошка. Доступен мне? Вот, я туда поставил ласточки на зелье. И 2 селитры. Серы 2 туда запихнул и получил... вот. Значит, надо серу добывать, чтобы получать квибрид. И мы получим... Тимирийская ржаная водка. Крепкое спиртное, основа для эликсиров. А, это я добавляю туда. И получу тогда кошку, по идее. Эликсир кошки. Надеюсь, что это то, что мне нужно было. Белая чайка. Сливовая настойка. О, кошка, есть оно. Видите, в полной темноте позволяет. Я его все-таки создал, все нормально. Или оно у меня было? Поставлю его пока сюда. Мы тут должны будем его использовать. Теперь мне нужно вернуться в эту пещеру. Все нормально. Все правильно я скрафтил. Возвращаюсь в пещеру. Хорошо, я пришел к склепу. Даже какие-то черепа. Заходим внутрь. И сейчас я сразу же выпью этот эликсир, чтобы я видел здесь хорошо. В принципе, здесь я и так видел неплохо, да? Сейчас я могу уже наконец-то игру на паузу поставить. Выпить эликсир кошка. Глотаю и смотрю, как оно-то все изменится. О, ну, видимость стала явно получше. Мы шли... Опа, гуль. Давай его сразу попробуем суперударом бахнуть, оглушить. О, и рубанул его с одного удара. Ресурс. Так, насколько долго действует эликсир кошки? Для меня... Ух ты, ингредиент. Квибрид. Квибрид. Взять все, конечно же, берем все, потому что благодаря этому ингредиенту мы сможем крафтить. О, теперь намного лучше все стало видно. Что делать с силой? Вот это непонятно мне эти штуковины. Кто знает, объясните мне, что это такое за источники силы. Вот здесь мы с вами уже сражались. Круг внутреннего огня. Гуль новый появляется. Я сейчас его бахну. Попробую с одного удара вырубить. Бамс. О, все. И получи свое вознаграждение. Я всех уничтожил гулей здешних. Еще заполучил. О, то есть мы отработали. Мы заработали этих... Ой, тут еще какие-то трупы. Тут же какие-то приходили доблестные воины. Ух ты, сколько тут всего. Все заберу. Что это такое? Круг внутреннего огня. Это что за дичь? Я куда-то зашел. Вы только что изучили знак Игни, используемый для нанесения урона противникам и зажигания огня. Вы можете выбрать знак в левой части экрана. Щелкните правой по цели, чтобы использовать знак. Улучшите знак, чтобы использовать его на больших расстояниях. Офигеть, мне новый знак открылся. У меня теперь 2 знака. Это очень круто, это очень круто. Ну что ж, здесь мы, в принципе, закончили. Все, что можно было, облутали, плюс новый знак получили магический. Это очень круто. Теперь мне нужно вернуться к Миколе. Больше здесь делать, по-моему, нечего. Труп девушки, почему он до сих пор тут... Почему до сих пор здесь? А, просто так висит. Хорошо, давай сейчас вернусь к Миколе и уже, собственно, от этого посмотрим, что он мне ответит. И побеседую с ним, хочу все диалоги провести. Может, даже теперь он меня пропустит к себе, туда внутрь, в город. Добегу до него. Какая красота здесь на мосту, правда же? Вон, даже какая-то лодка и рыбак. Надо будет к нему, возможно, как-то подойти. Может, здесь можно как-то спуститься к нему. А вот и Микола. И какой-то мужик стоит еще рядом. Ничего себе. Кто это такой? Они отказываются меня впускать. Меня, члена клуба алхимиков, геомантов и пиромантов. Какой скандал. А ты вроде адекватнее того троглодита. Я Калькштейн, алхимик-изобретатель. Берегись. Он может быть мне чем-то полезен. Это тут алхия. Я этих ты уже... наш, ведьмак. Я этого помню. Тебе надо было оставить Саламандр в покое. Офигеть! Этот мост станет твоей могилой! Офигеть! Это что, сейчас думаю, драка? Тебе сюда нельзя, не видишь? Я ни в чем не виноват, не так, надо. Давайте собаки начнем. Дамаж же! Тихо, тихо, тихо. Может, я не выбрал руну. Давайте огнем попробуем.
4 знака. Один, чтобы... Ага, четверка, будем этим знаком бить. Понял? Бам! Огнем поджог. Так, выбираю удар кошки. 4. Слуга саламандры. Вот эта макуха здесь началась. Всех перебили. Всех перемочили. Офигеть, это мокруха была. Неестественное наращивание мышечных тканей. Что это было? Если бы я, как ученый, не знал, что это невозможно, то сказал бы, что это были собаки-мутанты. Это какой-то непонятный зверь был. Возможно. Я могу их облутать хотя бы, нет? Забрать? Я прекрасно знаю, что именно послужило причиной этих событий. Что происходит? Ламберт. Мультфильм какой-то пошел. Эскель. Весемир. Я должен был их оставить. Спасать фильтры и реторты. Уничтожение химеры заняло много времени. Да. Слишком много, чтобы не дать саламандрам украсть алхимическое оборудование. События развиваются. Уже начались эксперименты. Собаки — это только начало. Они эксперименты на собаках делают. И сделали мутанта собаку. Благодаря мутагенам. Если бы я решил последовать за Трис, все было бы по-другому. Можно было по-другому все сделать. А может и нет. Это самое меньшее, что я мог сделать. Это я привел их сюда. Из-за того, что я сделал когда-то в прошлом. Если бы ты знал, к чему это приведет, ты поступил бы иначе? Он похож на обезьяну. Нет, это было правильное решение. Я сумел справиться с последствиями. Нет, это было правильное решение. И я сумел справиться с последствиями. Я не удивлен. А мы перебили я всех этих саламандр. Я так и думал, что ты из нет, тех, кажется. Что никогда не оглядываются назад. Приходи в мою лабораторию в Изиме, если тебе понадобятся ингредиенты для зелий. О, это хорошо. Скидка гарантирована. Это очень хорошо. До встречи. Спасибо. Так, значит, сейчас мы должны их этих облутать, животных может, всех. Рубен... Не стоило тебе защищать старика. Он опять начнет молоть языком. Что? Старик все болтает и болтает. У меня от него голова болит. В следующий раз отгоним его камнями. Лучше его не злить. Он очень могущественный алхимик. Ну, капитан сказал, только по пропускам. Я знаю. Завтра я буду у мельничных ворот. Там буду стоять. Будет пропуск, ищите меня там. Подожди, во-первых, я хочу... я должен пойти к Микуле, он у ворот... Мельника. Так, этот мне не нужен. Меч. Это что я забрал такое? Амулет. Брошь с саламандрой. Берем. Деньги, конечно же, забираем. Кортик меня не интересует. О, деньги интересует. Собака. Что у собаки? Кости. Клыки. Меч. Стальной тимирийский меч. Еще медальоны, пиво. И хочу задание тебе сдать. Слушай, я уничтожил твоих... Ага. Я избавился от гулей в склепе. О! Я избавился от гулей в склепе. Давай. Вот спасибо тебе огромное, деньги господин. Гони сюда. Это вот месячное жалование. Эх, вот ребята обрадуются. Они хотели сокровища искать в склепе. Попробовать одну из стен. Я нашел внутри свежий труп. Молодая женщина. Гули собрались к ее трупу. Ильза? Нет! Не может быть! Как он узнал, что это Ильза? Я ее любил. Так сильно. Имени ее я не знаю. Видимо, она отравилась. Нет, да, была с баночкой, нет. Ну да. Эта злая карга отравила мою Ильзу. Чертова сука, отравила Ильзу. Нет! Я сожалею о твоей утрате. Но я должен узнать все о саламандрах. У них пропуска есть, да? Оставь меня. У тебя дурной глаз. Ты приносишь черные вести. Только что я тебе не помог. Не сказать преподобному, что я помог тебе избавиться от этих гулей. Прощай. Деньги хоть додал мне? Забытые поминания. Завел доверие Микулы. 200 оринов получил. Все, ребята, в следующий раз мы будем продолжать играть в эту игру, но я уже буду делать следующее. Я еще с ним побеседую, потом в следующей серии все диалоги с ним проведу, потом с этим побеседую, потом будем приступать к новому какому-нибудь крутому заданию. С вами был Неломоп, мы играли в Ведьмака. Увидимся в следующих видеороликах. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Всем пока-пока.